74 километра региональных и межмуниципальных дорог отремонтируют в этом году в Чувашии по федеральной программе. Такие цифры озвучены на еженедельном совещании в Доме правительства. В списке 29 объектов, по 10 заключены контракты. Объем работ большой, дороги ждет капитальный ремонт. Еще в планах построить 17 километров линий электроосвещения. На дорогах республики приняты противопаводковые меры и начат ямочный ремонт. Дорожники уже залатали 4000 квадратных метров асфальта. Работа продлится до начала мая. Глава республики подчеркнул, за качеством работы подрядчиков необходим жесткий и постоянный контроль. Мы деньги даем, контракты подрядчики выигрывают, соответственно. Государственный заказ есть для них. Если на самом деле из-за своего бездействия они не выполняют свои прямые функциональные обязанности, соответственно, нужно, предъявляя соответствующие неустойки, попытаться расторгать договора данные и включать список недобросовестных подрядчиков. Уменьшить количество аварий и повысить безопасность дорог. К решению этих задач нужно подходить комплексно. В республике появится желтая разметка. Ее уже протестировали в Мурманской области и Карелии. Она неплохо себя показала и в дождь, и в зимний период. А когда белая разметка, она снежным покровом сливается, поэтому глав ГИБДД здесь уже согласовывает всем субъектам Российской Федерации данный эксперимент, поэтому мы тоже заявились. И данный эксперимент будет проводиться на Чебоксары-Сурская с 18 по 41 километр. Сейчас проект проходит согласование, после начнется его реализация. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.